В Краснодарском крае стартовал первый этап всекубанского турнира по стритболу на Кубок губернатора. Массовые соревнования детских дворовых команд по сложившейся традиции начались в первый день лета во всех муниципалитетах. Участие принял Северский район. Торжественное открытие прошло на стадионе «Олимп». Для собравшихся выступила студия спортивного танца «Диана». С Днем защиты детей и началом турнира участников поздравила заместитель главы района по социальным вопросам Марина Наумейко. 1 июня стало доброй традицией открывать турнир губернатора. И, конечно, прежде всего, начало летней оздоровительной кампании ознаменовано сегодняшним ярким, прекрасным днем, Днем защиты детей. От всей души поздравляю с началом летних каникул наших участников. От всей души желаю, чтобы сегодня победил сильнейший. От имени министра физической культуры и спорта края ребят поздравил его представитель Михаил Моргунов. Приезжая сюда, каждый раз мы отмечаем все время улучшение, улучшение, улучшение. Очень рады за вас, рады приветствовать вас в день защиты детей. Удачи, успехов, побед. В этом году участие в турнире примут свыше 250 тысяч человек. Соревнования пройдут по трем возрастным категориям среди юношей и девушек. Муниципальный этап пройдет с 1 по 20 июня. 9 июля лучшие команды встретятся в краевой столице, где поборются за главный приз Кубок губернатора.